Мы в Пскове. Сегодня 19 мая 2010 год. Очень вышли, со всей страны там приехали, поздравляли. Так вот, Елена Григорьевна Киселева возглавляет краеведческий отдел этой библиотеки. И я ее попросил минут на 10-15 больше для гостей рассказать немножко о историко-культурной, о истории и с акцентом на культуру нашей Псковской области. Елена Григорьевна, пожалуйста. Его не было, в общем. Ярослав Смеляков, Юлия Друнина, Михаил Дудин, Давид Кугультинов. Ну, лучше не перечислять и наши, и из сопредельных республик. Они могли соперничать очень смело с этим сегодня. Поэт выходит, будь он Гамлевский, Кибиров, какой господин Кригов. Они начинают читать, и мимо пролетевшая птичка, мгновенно разрушая их ложную постмодернистскую концепцию. Она с самой подлинностью, своей естественностью, мужик пьяный прошел с пивной кружкой, заматерился или сказал, что это бесстыдное. Он тоже разрушил мгновенно вот то, что держалось в его поэтическом слове. Прежние держали это очень точно, потому что немцы это были детьми земли и детьми народа. И слово их было тоже, оно было беднее, чем у нынешних поэтов. Но оно при бедности своей было подлинно. У этого слова была совесть, национальная насыщенность. Сегодня вроде слова остались те же, добро, справедливость, милосердие, но за ними и ровно ничего не стоит. Помните, кто видели Бога в Думе, выступал Александр Александрович Солженицын однажды? Вышел и говорил о земском устройстве, об общинном пользовании земли, о национальной традиции, о трагедии, о величии, о национальном добре и справедливости. Кто-то в носу ковырял, кто-то качал на горы, кто-то говорил, пошел старик, ты че тут пришел? Мы государством руководим, а ты тут. И он, потрогавшись, пошел. Более, наверное, срамного зрелища для нашего национального сознания не было, чем этого поругания великого писателя, выстрадавшего каждое слово, однако пошел себе, потому что не этим уже занято держава. И вот сейчас понимаешь, что поэты приезжают действительно хорошие, каждый слышит слово дивно, но он уже не держит вот того народного, коренного, земного. Мы все постепенно теряем землю, думали просто так, растеряли всех. Вот Псковская земля самая бедная, у нее совсем не осталось, она вся порвана, заросла вся бывшая мелиоративная работа, все кончено, все пошло прахом. Это не просто так, это не брошенные земли. Они, в общем, это брошено национальное сознание наше, это брошена наша национальная генетика. И мы все станем городскими, очень умными, очень тонкими, очень талантливыми, блистательно чувствующим слово, но при этом при всем окажется совершенной пустыней, где 200 тысяч поэтов не будут оказывать строительного значения. Вот все время, кажется, это и должно было быть самой, может быть, настоящей и существенной задачей государства. Я вообще обременен полномочиями члена, как это называется, господи, забыл уже, Национальной палаты Российской Федерации при президенте. Вот с этим едут думы. Сядем сейчас с мужиками вместе со всей Россией, съехавшимся из Баку, обнимемся и скажем, ребята, где-то он вот... Много определяющих, много национальных составляющих, что было народом. Где то, что называлось Россией? Вспомним значение каждого слова, как Адам идет по раю, говорит цветок, там трава, облако, ромашка. И он называет именно эту ромашку в лицо ей, облако именно в этот час, проливающее над ним. Они просто от цвета отрещены. Облако, цветок, ромашка. Это слова пустые, пока они не наполнены тем подлинным значением. И вспомним все значения всех русских слов. И побледнеем, какая великая страна за нами стоит, какая великая традиция. Но приезжаю, открываю бумажки, приготовленные для каждого из нас на столе, проект решения и всего остального. И первую фразу, которую я читаю, девелоперы должны отдавать преференции, дословно говоря, девелоперы должны отдавать преференции инвестированию в кластеры. Захлопывают дурачину, куда ты приехал? С тем, чтобы все это вот, царствующее над ним. Однажды опамятовалось, слово русское должно быть грозно, как оно было у Достоевского, там слово у Пушкина, властно и значительно. Как только мы это с вами выполним, эту простую функцию, завтра Россия станет другой.
отняли и ставки секретаря, бухгалтера за помещение, надо платить аренду, то есть самим членам союза писателей надо платить еще за аренду, никаких льгот, ведь раньше, и говорили, что советская власть там плохо туда-сюда, а Маяковский путешествовал по Америке, значит, Горький лечился, в Италии на Капри, и целые большие делегации разъезжали по всему миру, члены союза писателей имели дополнительную жилую площадь, получали всевозможные, в ряде регионов еще сохраняется, какие-то, типа стипендии, дома творчества были, дома отдыха были, все ликвидировано, не знаю, Переделкино осталось или нет, а так все ликвидировано по нашей писательской организации. Из Твери мне сообщали ужасающие вещи, Да еще Римма Казакова, даже Царство Небесное, она возглавляла писательскую организацию, говорит, никаких средств, у меня статья есть, и в подвале каком-то писательской организации Москвы. Не знаю, может быть, за последние годы что-нибудь изменилось. Вот такое отношение, я просто... Голубого пера, здесь на утренней зорне вещи птиц голоса, здесь на Савкиной горке Васильков бирюза. Действительно, очень такая яркая, я сказала, многослойная палитра, но никто о творческих достижениях ничего не знает. Все-таки у писателей есть творческие люди и критики, которые в какой-то степени освещают, что же происходит в нынешней жизни. У композиторов этих критиков нет. Или они есть, но они, будучи членами Союза, предпочитают писать о чешской музыке, о, американских достижениях, все кроме того, что происходит на нашей земле. А у нас действительно, если не считать тех, я бы сказала, людей, которые, члены Союза, числятся. А вот реальной пользы, той пользы, которая раньше все-таки исходила от этих творческих людей, когда все-таки раскрывалась хотя бы часть достижений, которые происходила. И появлялись новые произведения, причем яркие произведения, это сейчас совершенно исчезло. Никто ничего не знает. Нет ни рекламы, нет ни тех самых, у нас еще существовал тогда отдел пропаганды Союза композиторов, назывался так, было очень интересно, но тем не менее все-таки свою роль он исполнял. Что все-таки имя звучало композитора. Человек работает, в жанре камерной музыки, симфонической, песенной. Были комиссии. Эти комиссии формально остались. Но суть вся творческого общения, а они происходили на пленумах, на съездах, на, определенных конференциях. Это все исчезло. Это вы все нам вечерами скажете, а то люди не... Thank you.
Саново есть, а Пскова нет. Обидно. Я вот узнала в этом году, что 500 лет присоединения Москвы к Пскову или Пскова к Москве, не знаю. Да, но мы приехали к вам, значит, к вам присоединились. Вы к нам приедете, вы к нам присоединитесь. В общем, я каждому раздам программу. Лилии из Малицы, из озера Малиницы. Ну вот я, Софья Павловна мне очень много рассказывала, мне казалось, что я вообще даже Пушкин принадлежу к этому роду. И я случайно, мы купили дачу в Щербинке под Москвой, и там был Пушкин. Он приезжал к пивозаводчику Барышеву от Вяземских, из их усадьбы. И вот, вы знаете, я там написала маленькую поэму «Пушкин-Барышак», потом, значит, написала «Перед женитьбой», когда мы на Кавказе, а потом, значит, думаю, что-то, Пушкин у нас давно не был. И вот родился такой сонет. Потом это пошло, значит, вот начало романа. «Ах, не по летам, Сашенька умен, резов не в меру, ну, бесенок сущий. А мы вот сказкою его уймем. Ложись по стельку, Сашенька, послушай». Ну, слушай. Да, свеча освещает. Слова Арины ласково звучат. Она не говорит, она вещает. И перед взором мальчика встает. Живей живых. Волшебные картины, они потом в поэмах оживут, в стихах и сказках. Уж за половину шагнула ночь, и няня уморилась. А ты не спишь, усни же, сделай милость. Поедем к Пушкину. Этот роман, вот он у меня там лежит, можете посмотреть, можете приобрести. Мы как раз успели к 200-летию Пушкина, и вот сюда мы приехали на этот праздник. Этот роман перевел мой муж, английский поэт и переводчик Уолтер Мэй. Великолепный перевод. Близко сюда. Она провожала потом Меньшикова. Меньшикова? Да. А вот её палата есть. Да, надо ей подсказать, где надо брать полосы. Красивые, очень. А то они кому-то принадлежат. Да. Ну, сказать, да. Теперь она пусть за ремонт заплатит. А вот видите, дом под Знойво сделали. Тоже старое здание стояло. Пришли богатые, очень богатые люди и сделали первоклассную гостиницу. Вот. Да они не гостиница, они там ресторан. Да, и ресторан. Не, ну как гостиница, ресторан, дом, винные дом палаты, под Знойво. Винные палаты, пивные. Да. А государственный, как историка? Краеведческий. Полотна здесь есть, да, краеведческие. Полотна есть, Рериха здесь и многих известных художников. Причем в оригинале. Значит, в этом году Псков стал городом воинской славы. И вот 23 июля, год освобождения Пскова, будет на этой площади, площадь Победы, будет стоять памятник. Сейчас покажу место. Памятник в честь воинской славы. А вот налево, сказать, это одна из стен, 9 стен было, окружало Псков. А это вот стелла, это партизанский уголок здесь. Сказано, 29 партизанских бригад было. В каком году освободили? В 44-м году освободили 23 июля. Вот городской культурный центр впереди. Да. Как угодно. Вот здесь, вот в этом, видите, сквер такой. В центре будет стоять памятник воинской славы. Направо вечный огонь. Вечный надо огонь. Надо завести книгу, купить вот это. Псков, Кремль, Кром, где уже, так сказать, все последние ворота. Вот, и поэтому Псков не могли взять ни Степан Батори, польский король, ни шведский король, ни немцы, ни литовцы, никто. Псковичи всем давали бой и верно несли службу по охране границ России. Пограничный город.
Вот памятник в честь победы над войском, полумиллионным войском. Да, войском Степана Батория, польского короля, вот справа, видите? Полмиллионная армия подошла к Пскову, но взять не могли. Кони идут туда, нефть, бензин везут, но, возможно, когда откроются через Приморские, в Ленинградской области порты, такие специально с терминалами, то значит, не будут здесь через Латвию возить. А то Латвия 20% своего бюджета имела вот за перевозку нефти. Нефти через их территорию. Пятая погибших солдат. Ребят. Кровь на рубахе, клеймо оленя на щеле, и два крыла лежат на плахе, и черти ляжут на игле. Джиму Моррисон, поэт, если кто не знает, это был гениальнейший музыкант, но он всегда говорил, я не музыкант, я поэт. И, как правило, он действительно оставил больше, чем, как музыкант, хотя для рок-музыки это номер один, наверное, из неприлетных. Ну, очень ласковый, конечно. Мы выглядим у Бога, я понял, это... И из-за Пушкина, вы представляете, из-за Пушкина, полюбив Пушкина, он был корреспондентом Moscow News из Англии, сказать, да, вот, так полюбил Россию через Пушкина и остался жить, и вот, сказать, да, Людмила Григорьевна продолжила его жизнь до 93 лет. И вот он, представляете, в таком возрасте он у меня дома был, значит, пишет и пишет, уже темно, уже поздно. Я говорю, Уолтер, ты, наверное, ударник капиталистического труда. А он говорит, нет, меня еще отец или мать, не помню, сказали, Уолтер, хочешь нормально жить, работай, работай и работай. Слово Людмиле Серостановне. Я сейчас готовлю книгу памяти Уолтера. Это будет книга двух поэтов. Назову «Меридиан любви». Это по одному рубаи, которое вот я вам прочту. Мечтательный, вольнолюбивый инглишмен после горчайших лет судьбою был мне дан. И вдруг отобран той же судьбой остался лишь в любви меридиан. И... Первый раздел книги называется «Баллада о жизни». Так получилось, что я написала это в ритме эпоса Калевала. «Все, что нужно мне для счастья, все дала мне мать природа. Ум, открытый для познания, острые глаза и уши, сердце, чуткое до боли, пошли тогда пешком, что делать? Ну да. Мы идем к Михайловску. Просто набираются Михаила Татьяна Георгиевна, выходите на мой сайт в консерватуру. И первая страничка, там фотографии мои все. Ну ты же дала сайт. Бал. Да. А вот интересно, музыкальная школа там, она по каким специальностям? Фортепиано, конечно. Да, фортепиано, скрипка, да, скрипка, фортепиано. А, вот это не тромбон, это трубка. Есть вот такая школа, она... Дорога в Михайловское.
мельницы. Надо суметь поговорить. И сразу вышло. Надо на него нажать, надавить, чтобы рояль. Вот и Михайловские владения. Вот мы сейчас находимся в Михайловском. Идем по дороге. Так вот, красота кругом. Сегодня 20 мая. А здесь люди даже идут, нет. Вот дом у поэта. А это что за домик? Это часовня Михаила Архангела. Ничего не услышали. Так как и было принято, квадрат, значит, господский дом, службы, сад, парка еще не было. Был сад и были какие-то хозяйственные постройки. Ну а потом, когда он решил купить суйду у графа Апраксина и войти в элиту русского дворянства, иметь дело под столицей, то Петербурга, и достроив эти усадьбы, он купил суйду, и там все 20 лет. Они вообще тут хозяйки еще 4 года, вы знаете, и даже решили с прекрасного леса Михайловского баньку построить. Выбили деревья и сложили, чтобы славом отправить Знаете, здесь, в Михайловских рощах, несколько старинных захоронений, и круглых, и плоских курганов. Вот. Один из курганов даже сын Пушкина Григория Александровича раскопал. Но что нашел, мы как бы не знаем. Курган 8-10 века. Может быть, действительно здесь где-то стоял Михайловский монастырь. Вот. Ведь реки для славян были
торговыми и военными путями, и они охранялись. И монастырь этот, видимо, и охранял вот переправу через речку Сорок. Григорий Александрович здесь жил с 1866 по 1899 год, почти 30 лет. Андрей, как есть? Занимался хозяйством. Да. У него был винокуренный завод под Сергиевым. Вы первый раз? Если бы... О, ну посмотрите, откуда это творится. Ну, не знаю, мне вот так типа лет. И дворянство здесь открыло впервые в мире, впервые в Европе, живет, я представила сюда. Вы говорили, музыка, это хочет, это техника. Вы тоже подумали, что это. Беспечно, жадно, я приступал лишь только к жизни. Годы промчались, и вы во мне прияли усталого пришельца. Я еще был молод, но уже судьба и страсть меня под бой не равны. Очень скромная, небольшая. Так, некоторые возмущаются, говорят, как посмели, да что, да все там. Вот, а другие говорят, ну со временем состарится, зато не надо каждые 5 лет перестраивать и ремонтировать. Главное, что дух, этот пушкинский, устройство, все. Потом выйдем туда с вами на окрестности. Говорит, да что это за речушка? Она была очень занята. Она что-то не очень, так скажем. Я думаю, мы большого урона не нанесем. А что хорошо? Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко, целый день верхом. Вечером слушаю сказки няни. Няня единственная моя подруга, и только с нею мне не скучно. Она, конечно, понимала и старалась как-то развлекать его. Ну, разумеется, ночью. Да, какой-нибудь господа ученый. Заполнив по цепи кругом. Правда, я всегда забыл. В окне открывается форточка и слышится старый голубый. И все, кто его видел, восхищались выразительностью его глаз. Григорский, например, говорили, что этот человек, увидев раз которого, никогда не забудет. Вот. В его глазах отражалась вся бездна его мыслей и чувства. Голубые глаза. Вот. Ну и природа, замечательные люди, все как-то способствовало тому, что душа его оттаяла. Но, наверное, первое стихотворение, которое он здесь написал, и тогда раскрыло вам осознание. Позвольте просто вам сказать, подается так и время, но можно... Сокна. Дома Михайловского. Как замки строятся должны. Отменно прочен и спокоен. Во вкусе умной ступени. В гнезде высокие покои. В гостиной штофные обои. Портреты дедов на стенах. Печи в пёстрых гостях.
Цари портреты. Все еще говорю, на сцах это рижский кафельный завод изготовил. По образцу маленького кусочка найденного здесь. Портреты дедов. Это Саши, сын Ганнибал Иван Абрамович, честно, Марина. Копия с работы художников. Не помню сейчас фамилию, выскочила фамилия художника 18. Он жил в Липецке, у него там было два дома. А Осип Абрамович получал там снаряды для своего корабля. И познакомился с его дочерью Марией Алексеевной. Молодые люди отличались. Первенец их в Муроме умер. А когда появилась дочь Надежда, они как-то разошлись, обвиняя друг друга в разных грехах. Вот. Портрет, предполагаемый портрет матери Надежды Осиповны в прекрасном крыле. Вот. А чуть ниже портрет Василия Львовича, дядя поэта, который устраивал Пушкина в лицее в Римской консерватории. Вот. Потомки живут в Италии. А вот портрет, так, вот Евгения Петровна, Евгения Исаковна, Евгения Яковлевна, там очень много. Вот. Она вспоминала, как Александр Сергеевич Блок, с Витаркой, мы знаем, как Пушкин сам назывался об этом портрете. Пушкин говорил о нем, он как-то повзрослел. Но все это позже, быстро, возможно, со своей любовью и тщательностью она восстанавливалась, как вы понимаете. И сейчас здесь все так, как был Пушкин. Только, правда, нет исписанных листов бумаги, которые здесь лежали в поэтическом беспорядке, известно только самому Пушкина. Книги где-то были разбросаны здесь, и на креслах, и на полу стопки книг лежали. Гусиные перья валялись под столом, изгрызанные, обожженные. А в основном все так. Пушкин пережил здесь выдающийся творческий взлет. Он сделал гениальное открытие, как я полагаю. Он понял, что источником поэзии являются не какие-то заоблачные представления о жизни, а сама человеческая жизнь, полная и печали, и радости, и надежд. Спит Пушкин, да и вскочит, и сядет к столу, зажжет огонь и станет читать. Огонь у него тут бесперевозно горел, а свечи-то были дорогие, почему что-то запомнил. Вот и сейчас на столе у Пушкина горит огонек. Кровать его такая же, сделанная по образцу того времени. Правда, Тригорские барышни смеялись над ним, потому что кровать была старенькая, и вместо одной ножки было подставлено березовое полено. Но, наверное, зимой было холодно, потому что с пологом, может быть, камин или печь была у него, скорее всего, горела долго, няня поглядывала за огнем, да и сам он любил сидеть, помешивая уголь в кости. Вот. Этот стол из Тригорского, подлинный. Пушкин, бывает в Тригорском, работал за этим столом. Но примерно такой у него был в Михайловском. Мы видим лампу, сделанную по образцу французской «Миракль», наверное, да, фирмы. Книга, вот там, видите, в кожаном переплете, 11-й том истории государства российского, который прислал ему Карамзин, и Пушкин его читал и взял сюжет Бориса Годунова, да. Вот такую помадную банку Тригорские барышни ему подарили, вот Пушкин пользовался ее как чернильницей. Вот. А вот справа, видите, ближе к нам уголку, тоже копия Грибоедовской комедии «Горе от ума». А вот эта большая книга, это тоже копия книги масонской ложи Овидий. Когда ложи были запрещены в 1822, то бухгалтер, фамилию я не помню, только что начатую бухгалтерскую книгу отдал Пушкину писать стихи. Он ее привез сюда, в Михайловское. Вот. Там у него были сцены Бориса Годунова, и строфы Евгения Онегина, и черновики писем, и какие-то стихи, и рисунки. Вот. Ну, конечно, друзья присылали книги из Петербурга, и «Северные цветы», и «Немозина», и другие, и «Сын Отечества», наверное, и другие. Вот. И, кстати, Пушкин сам, испытывая такой книжный голод, почти в каждом письме писал друзьям книг, ради бога книг. И вот присылали ему книги, и Левушка, и Плетнев, и другие издатели. Говорят, раз это что, и выпали вот это. Вот.
Ну, турецкие трубки, чубуки. Левушка ему прислал такие, Пушкин привлекал сюда друзей. Хотел их научить угостить турецким курением, хотя сам не курил. Вот такая трость. Это подлинная трость. Он привез ее из Одессы. Видели, как Михайловский барин идет по лесной дорожке с тростью, да, и подбрасывает ее вверх, и ловит на лету. Однажды осмелились спросить батюшку, зайдет барин Михайловский. Вдруг заговорил на разные голоса, стал размахиваться руками, вот, а упал на одно колено и стал признаваться в любви какому-то снопу. А я подумал, что на барина столбняк нашел и спрятался в рожь. Можно предположить, что Пушкин разыгрывал сцену объяснения Марины Мнишек с Григорием Отрепьевым. За Марину говорил женским язык голосом, а за Григорием Отрепьевым крестьянин. Подумал, что на него столбняк нашел. Ну вот, видимо, мы с вами был очень доволен этим подарком. То есть в нем считали, его считали прекрасным стрелком и прекрасным наездником. Но все-таки дорожный чемодан он имел. Левушка прислал ему. Была иногда такая у нас. Ну вот такой простой инструмент. Ну, скамеечку видели. Да, вот эта скамеечка. И написал, записал стихи, которые сочинил по дороге. Помните приметы? Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны, душе влюбленный грустно был, и месяц с левой стороны сопровождал меня убивый. И вот она, как дорогую реликвию, видела эту скамеечку. Ну, а книг собралось действительно столько. Манасы, да, это с английского народа, он на английский язык. Потом все это наскучило, помните? Да. Два дня ему казались новые уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы. На третий роща, холм и поле его не занимали более. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Вот здесь мое маленькое наблюдение. Я вот считаю, что вот эта сорть, которая идет рядышком, это дело рук Абрама Петровича Баумана. А старое течение реки шло вот там, где появилась деревня, видите, там, где кустарник под горою. Вот. Абрам Петрович правильно сделал, он глубоко и прекрасно понимал природу. А вот этот холм лисицкий, видите, вот там, думаю, что вот там и стоял Михайловский мост. Думаю, что там. Цветы, любовь, деревня, праздность. Поля я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной. Чтобы какой-нибудь читатель или насмешливый издатель замысловатой клеветы, сличая здесь черты мои, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон гордости поэт. Браво! Вспоминая с грустью иные берега, иные волны. А я такую гипотезу, почему Пушкин об этом холме лисистым пишет, потому что это дело рук его прадед. Попробуйте, да, обратно докажите, да? Видимо, так это дело рук Абрама Петровича Минибала. Пушкин ходил в Тригорское и по берегу реки Сороти, забирался на Шапкину горку, там была старинная часовенка, отдыхал там думал. А вот из леса вот. Или по берегу озера Малинец. Тоской рифмами томим, брожу над озером моим, пугая стадо диких уток, гняв пенье сладкозвучных строк, они слетают с берегов. Евгений Онегин писал. И вот там три сосны.
росло. Помните, в 1835 году Александр Сергеевич тоже приехал сюда, уже все это обременённое обязанностями разными, семейными, печатными. Правильно понимали, там одно место. А потому, что там запятые поставлены неверно. И вообще, надо сказать, что произведение Пушкина довольно много отсюда вот, знаков сочинания, которые уводят мысль не пушкинские, а другие издательские. Вот вы сами. Спасибо. Спасибо. Виктор Ильич, значит, 10:30 завтра. А куда? Здание. Значит, товарищи. Малину или Малинец? Знаете, я, по-разному. Когда была, я так запомнила Малинец. Так и это по-разному у нас. И Малинец, и Малинец. Малинец. По-разному. Малинец, если говорить маленький, то Малинец. А если, так скажем, для поэзии, можно Малинец. У Графинская приток рука. Рука великая. Она в 1900-х. Продавца с поэтом. Когда монолог книга продавца, я был седой, с усами и с бородой даже. А теперь я должен быть молодой, и мне наш Николай Андреевич сказал, ты покрасься, такой русый должен быть. Но, знаете, не нашлось шампуня русого. Вот пойдем, там почитаем. Да, все. Да, А собака как? Хочется а собаку, попить. Да, иди сюда, Лайка. Боже мой, сколько корреспондентов в Колумбии просто как. Я написала о Пушкине роман в сонетах. И вот он разбивал эту кулаком. Мы здесь были с мужем и на открытии, и до этого мы приезжали. Я работала. Ай, какой здесь воздух замечательный здесь, да. Я буду вас делать справочкой Пушкина по линии Александра. И поэтому она столько прожила, смотри, какая печь. Да, ну что ты. И мы с ней в 59-м году приезжали сюда. Смотри, все травы сушатся. Куда вы хотите? Да, на чем вас везти в Тригорское? Сергеевна, по-моему, Мальцева была. Она была пушкинисткой. Помните ее? И вот Софья Павловна, правнучка Пушкина, сидит здесь, Мальцева рядом, кучер, и я перед ним. И вот вожжи поворачивается сюда. Потом, значит, вез нас конь Руслан. Я говорю, Руслан везет Людмилу. А вот он сказал, экскурсовод, что там собака Руслан тоже была, года Пушкина. А это уже после Пушкина, это 59-й год. Здорово. Это сколько лет назад? 51 год? Да. 51 год назад. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Ладно. Пушкина в барышах. Потом, значит, кончила, начала писать перед женитьбой. А кто говорил, что Пушкина за мной не идет? Посиди, и вдруг пошел. Да. Очень хорошо. Тань, ты же помнишь, вот кто у нас бывает и приволок? Мы Анастасия Ивановна встретились в этом, в общественной палатке. Против генерального плана. Вот, прямо как будто дым. Вот сюда. Прям дым. Все, ну пойдемте. А где вы воду взяли? Пожалуйста. До свидания, Михайловская. Спасибо. До свидания, мама. По теме. Дым трубы. Да.
А я ведь Тане посвятила сонет, музыка. Да. И ты и Уолтер. А? Ты и Уолтер. Да. А Уолтер перевел. Я тебе почитаю. Вот в этой книге сонетов, да. А если мы будем выступать, я его прочитаю.
Дорога Михайловская. Гибкостью рук без педали вообще. ХДК вообще без педали. Как-то педаль там особую роль играет, я просто вот. Да, нет, ну обычно играют, соединяя голоса какие-то. Вот, но при Бахе не там, было вот, педали вообще. Педали. Педали это очень. Поэтому полифония лучше прослушивается без педали. Затмевается, когда берется педаль, накладываются голоса, и получается гармоническое мышление, а здесь же полифония – это линейное мышление, совершенно другое. Вид с нашего окна, балкона, на турбазе. Сегодня 21 мая, день рождения мамы. Мы идем к могиле Пушкина, 21 мая 2010 года. А потом в 1818 году похоронили бабушку здесь, Марию Алексеевну, рядом с дедом. Но вот записи о ее смерти почему-то не нашел, в Псковском архиве нет метрических книг этих лет. Вот. И Александр Сергеевич приходил сюда через Анастасьевские ворота. Вот мы через них вошли. Вот эта старушка, она еще 18 лет. Вообще дворян, как бы это само собой разумеется, очень, ну, кого-то записывали, кого-то не записывали. Причащались, исповедовались ли они. А вот, я, вот это другое дело. Да, это была специальная ведомость, кто не причащался, не исповедовался. Конечно, с ладошечку ему явилось на сосне. Он увидел свет, такой столб света, исходящий с неба. Скажем, достигает толщины даже на нашем стиле. Говорят, что не только потому был основан монастырь, но еще он играл в крепость. По-моему, и он входил в состав боярской лиги. И сам Иван Грозный, он опирался на своей власти на пограничной монастыре, это благоволение к нему, подарил повод. В народе его звали Гарин, на имени Пурга. Вот этот Анастасия, потом он собрал его трость, и там еще пять. Эту трость и стал, чтобы все снимать, чтобы пение было стройное. Ну, а народ-то любопытный. Набралось столько народу, что запрудили вход и выход. Пришлось вмешаться становому приставу для порядка. Вроде даже Пушкина отвели в холодную до выявления личности. Но когда узнали, что внук Ганнибалов, его отпустили. И потом Пушкин так с осторожностью поглядывал на этих жандармов, которые наблюдали за порядком. Кучер Парфенов говорит, что как-то Александр Сергеевич говорит: сходи, скажи жандарму, что я, если он меня не боится, то и я его не боюсь, а что я Пушкин. Вот. Ну, жандарму передал, наверное, это, ну, Пушкин ничто не взял, как что не взяло, бросил беленькую нищим и пошел к себе в Михайловск. Святогорский монастырь. Лестница, ведущая к могиле Александра Сергеевича Пушкина. Thank you.
кортеж этот. Приказал похоронить себя. Да. Гроб находился. Глубокую ямку засыпали, помню, мёртвой земли. Пришла весна, ящик глубокий. Тогда мы начали появиться помню и крест на все. Потом Наталья Николаевна вот нам показала памятник Александру Пермогорову, вот из белого итальянского мрамора. Его привезли в 1748 году. Просковья Александровна владелец Горского на своей средства. Сейчас очень торжественно, два дня. Несколько раз мы тебе проводили, потому что после вся Россия как бы собрала свои могилы. Вот, были депутации из разных городов, студенчества, учащиеся молодежь, даже представители войска Донского, представляете. Ну и тоже... Семен Степанович Печенко, это уже старался восстановить, опять же, золото. Кто-то украл и двери вот так. Есть пару цветов, чтобы вас не задерживать. Святые Пушкинские горы, приют вселенского певца, где слов, музыки и форум, ни края нет, ни конца. Звенит природа и клокочет, себя вобрав холмы и лес, пока к середине душной ночи не вознесется до небес. Творец всему, поэт всесильный, во тьме не канувший во тьму, не зря дороги всей России ведут, как Господу. Еще одно, это написано не мной, а выдающимся нашим поэтом. Пред нами монастырь, деревья, крыши, людская неспокойная река. Сюда идем все выше, выше, выше. Здесь горний свет, над нами синь и облака. Звон колокольный будет всю округу. Сияет храм с головою золотой. Сквозь белую сиреневую вьюгу пришли сюда по лестнице крутой. Сюда, где Пушкин к дивным песнопениям, сюда, где крест, где верные друзья. Пришли сюда, как в небо по ступеням, и с этой высоты сойти уже нельзя. Ну, это под правило, думаю, что Николай Борисович, это мой очень хороший друг, он не обидится. Спасибо. Это уж традиция просто. Спасибо большое. Друзья, вот здесь, на кинуть не было там. Я думала, у вас все про анахронизм. Мне нравится все раз, а не они пошли в монастырь. Thank you.
снял. Я знаю, здравия, это меня. Ты, я снимаю, ты пьешь. Не выдержи. А ты пощелкни на мой аппарат, а? Давай на станицу. Явилось пастушье время. А вот с левой стороны среди этого кустовника дорожка, по которой везли из Пригорского гроб Александра Сергеевича Святой Егорыч. Вот мы-то едем вокруг, а эта дорожка прямо на Воронеж. Ну, а вот эта дорога, она тоже 18 века, может быть, вот такая прямая была, но растительности, конечно, не было. Все время здесь было распахано, все время жито, рожь, там, лен и прочее, прочее. Я даже сделал небольшое открытие, узнал, почему в России плохие дороги, то есть одна из причин. Почему дураки, я в этом сомневаюсь. Вот, это просто шутка чья-то такая. А вот дороги действительно одна из причин потому, что земля была кормилицей, и дороги шли по неудобе. По русло высохшей реки Воронец, которая дала название городу Вороничу. Мы идем в Пригорское. Пригорская тоже. Его создал, то есть земли эти Екатерины II в 1762, по-моему, году были подарены коменданту Шлиссельбурга или просто капитану Шлиссельбурга Максиму Дмитриевичу Вендомскому, поляку, за его верную службу. Ну, вы знаете, что Екатерина II все время держала связь библиотеки, чтобы пользоваться этой библиотекой. Конечно, он не только наблюдался о жизни, но главный крепостной вал. Вот.
нетерпеливый дед. Вольчий берет и новой дорогой телегу ведет. Ну такое хорошее. Вот это вот. Серьезно. Евгения Онегина делают какое-то шоу, какие-то там кривляния, какие-то там с посудой того времени. А вот эти две вазочки, здесь такое предание, Пушкин подарил Тригорским парам. Да, они из Перми. Из Перми, да, я был там. Может, я все забыл, но это как зовут. Вольф вступил в гусарский принц Оранского полк. Его художник Шада изобразил вот в такой замечательной форме. И он участвовал в подавлении польского восстания. Может быть, мой предок, который был сослан сюда, и видел Вольфа. Не может быть, а точно. Спасибо. Но все хозяйство восстановил, и Тригорская стала давать доход. Но так же не женат он был. Хотя, между нами говоря, я встречал в местных деревнях людей, похожих на Вольфа. Вот расскажу вам, я вас немножечко утомляю. А у Фракина сколько было детей? 75. 45 Борис Ичиневский. Тоже можно очень много говорить. Пушкин. Конечно, Пушкин замечал ее некоторую тоску родной матери, хотя она была принята в семью тоже как родная. Пушкин влюбился в ее потаенную печаль, но чувствовал, что ей больше нравится Алексей Николаевич. Между ними была борьба за обладание сердцами Тригорской барышни. Я вдруг теряю весь свой... Улыбнетесь, не отравят. Все может выразить так чудно. Ах, обмануть трудно. Я сам обманываться. А в общем, он застеснялся, по своей особенно видел это, ставил. Он очень низко поклонился, как вспоминал. И трудно было понять, в каком настроении были через минуту. Но постепенно мы освоились и заговорили. Ну и вот экскурсанна предложила всем перед детского плача, семейной жизни. Так? Мне объяснился в любви. Она вышла за Шаховского. А когда проявила ему мужей, конечно, хозяйство начинало с нами. Здоровье с Петровским мостом, он был раньше Тригорском, короче, по 40, и это заехали в Тригорское. Все были потрясены в Тригорском секретаре. Просковья Сана отведела крестьян, показывает дорогу, святые горы оставили ночевать, перевязавших приехавших друзей Пушкина. Он с Тургеневым долго разговаривал с Просковьей. Она ему рассказывала о Пушкине. А ну, чтобы он вписывался и в описание гора, и в природу, то Просковья с вами нарисовала Пушкина как надо. Ребята двинули стулья под гостиной. Как пчелы с лакомого улья на нету в своих строфах, и столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный умир, ты 30 веков кумир. Но чайный суд. Девица чинно, едва забыв чистись, вдруг из-за двери в зале длинной фаготы в дверь раздались. А как музыки звон, звон, оставя чашку чая. Thank you.
30-е, я в 70-м году я не жил. Я когда сказал, что с молодежью сказал, что вот как раз там за местное избирание, то у нас в 70-м году как все может быть, делает, но нам она не попадает. А здесь так. Кавала она хмельна, ее сами разливали, и горячо пилась она. Значит, я помню вас, вы неизменно блестители. Но в 20-м году он был популярнее, в 20-е годы, чем он был. А я вижу, да? Еду, Ванька. Носили яства, вино, пироги, крыжовниковое варенье. Огурцы. Свежие огурчики, медок, совершенно верно. Вот. Николай Михайлович Языков тоже об этом писал в одном из стихотворений. Много лет спустя. Часто вижу я во сне и три горы, и дом красивый, и светлой сороти извивы золотого месяца в огне. И те отлогости тенивы, из-за которых вдалеке на вороном аргамаке заморской школы. Это проходили наклоненные полностью. Вот здесь где-то было. Ой, правда, я не заметил. А вон. Нет, а здесь. Так это Онегин, скажи. Что они пусты? Красота. Поля, я предан вам душой. Как Татьяна Георгиевна сыграла, Андрей? Боже, это вообще странно. Попы толстые все. Надо. Такие мощные. Туда пошли вниз или сюда? Не, они пошли в баньку. Мне в баньку нельзя. Я там сказки начинаю рассказывать, и потом мы по два часа там. Да, потом там, да? Больше никуда не пойдут. Травы, наверное, травы там. Бассейн вон. Сразу не заходя в панику. Сейчас. Деньги еще заплатил. Не едят вас? Наверное, да. Я сама первый день, кто был, тоже сижу, как бы сидим здесь все разные. Вот знатоки сказали, что Псковский.
Пскопские. Да, да. Вот я сейчас села, в таком видочке каком-то, это все не то. Красота какая! Пушкинские места. Я говорю, опять вы вместе? Да? Значит, и четко. Там вот не пройдет, вот с водой. А вы туда спустились? Да, Андрей спустился, я... Возле бани? Да. Вот сюда, крайне осторожно. Здесь это ступени очень такие. Мы когда с Уолтером были, да. Вот на юбилей, мы туда спускались. Ну это вообще так, здесь надо быть осторожно. Вот здесь такое комар. Там... Но они обычно прячутся. Знаешь, какой ход был в этом, в Адлере? Потрясающе.